Всем привет, друзья! Это огромная объединенная подборка самых лучших вещей с AliExpress за всю историю моего канала. Ну и, конечно же, принимай участие в конкурсе и выиграй любую вещь из выпуска. Погнали уже! Посуду бьют на счастье. Но если чашка с горячим чаем разливается около компьютера, то в предстоящую удачу можно верить уже с трудом. Всем неуклюжим и предусмотрительным представляют термо-чашку, которую, просто не получится опрокинуть. Виной этой устойчивости специальная вакуумная система, которая внедрена в дно чашки. При этом девайс легко поднять со стола, так как присоски отключаются нажатием на ручку чашки. Объем термоса неваляшки составляет 0,47 литров, что приходится дневной нормой кофе взрослого человека на день. Эта специальная пластиковая емкость предназначена для автоматической подачи воды или корма животным. Данный аксессуар представляет собой классическую продолговатую форму-подставку со съемной прозрачной емкостью и закругленными краями. Диспенсер может быть использован как для воды, так и для корма животного. Благодаря высоким бортикам содержимое не растекается и остается внутри диспенсера. Любишь собачку – люби за ней и кокульки убирать. Устройство для сбора фекалий – это приспособление, которое сделает чище не только ваш двор и парк, но и вашу совесть. Приспособление довольно компактное. Гуляя с животным, ты можешь держать его в руке. Когда собака сделает свои дела, уберите за ней. Нажав рычаг на ручке, вы получаете открытый ковш. Отпустив рычаг, ковш закрывается. Будьте уверены, через 5 лет краснеть от стыда будут не те, кто убирает за собаками, а те, кто не делает этого. Моя бабушка часто жалуется, что наша ванная слишком скользкая. Она иногда не может удержать равновесие и в итоге падает. Вот для таких целей и создана эта ручка на присосках. Но даже и это нам не помогло, она все равно шмякнулась об ванну. Результат неутешительный. Оборванные шторы, разбросанные шампуни. Но главное, эта ручка осталась у нее в руке, а на присосках остались 2 плитки. К счастью, бабушка отделалась лишь испугом. По сути, ручка отличная, держит хорошо, а вот про наши плитки этого не скажешь. Галлий – металл, который плавится в руке. Вещество имеет температуру плавления, что составляет 30 градусов Цельсия. Если поместить его в теплую ладонь, оно постепенно начинает переходить из твердого состояния в жидкую форму. Штука абсолютно бесполезная, но очень забавная. Ну и незабываемое ощущение, когда тебе на руку капает расплавленный металл. Этот термометр контролирует температуру воды в режиме реального времени. Встроенная маломасштабная система гидроэнергетики позволяет генерировать токи без какой-либо батареи. После выключения воды он автоматически отключится. Не буду врать, погрешность все же есть, где-то 2-3 градуса, но это не так критично. Кстати, у меня у одного такая проблема. Когда принимаешь душ, вода произвольно меняется с теплой на горячую или на холодную. Ставь лайк, если тебе это знакомо. Это необычная лампа в виде луны, напечатанная, ни за что не поверите, на 3D-принтере. Одиночное короткое касание поочередно включает лампу, при этом она загорается желтым светом. Последующее касание переключает свет на белый, а еще одно выключает лампу. Удержание сенсорной области при включенном свете позволяет отрегулировать нужную вам яркость освещения. При этом изменение яркости от минимума до максимума и наоборот происходит за 3 секунды. Во время зарядки лампа горит синим цветом. Что же касается моих впечатлений от лампы, то сама идея такого ночника мне пришлась по душе. Текстура корпуса действительно напоминает поверхность Луны и смотрится безумно красиво. Устройство Leaky Brush, что буквально означает «лижущая щетка». Кошки воспринимают людей как других больших кошек, но кошки вылизывают друг друга в ходе общения и установления прочных связей, а вот люди не делают свою часть работы. Теперь можно полизать своего кота, если очень хочется, и не заполучить полный рот волос. Предполагается, что пользователи должны засунуть устройство в свой рот, держать его зубами и, двигая головой, расчесывать своего питомца. Устройство для дистанционной передачи поцелуев. Довольно странная вещица. Работает гаджет достаточно просто. Вы подключаете его к своему смартфону, целуете специальную сенсорную поверхность, которая с высокой точностью распознает паттерн давления ваших губ и через интернет передает его второму такому же устройству, которое держит в руках ваш близкий человек. Он прикладывает свои губы к поверхности устройства и ощущает ваш поцелуй, воспроизведенный несколькими линейными актуаторами с таким же давлением, которое было создано вашими губами в момент отправки поцелуя. Да уж, до чего дошел прогресс! Прокол на дороге.
самая банальная и самая распространенная проблема у велосипедистов. С этой неудачей может столкнуться абсолютно каждый велосипедист, но технологии не стоят на месте. Существует специальная лента от проколов. Схема защиты элементарна. Предмет, проколовший покрышку, должен упереться в защитную ленту и не достать до камеры. Если у вас есть советы по защите велокамер от прокола или дополнения, делитесь опытом в комментариях. Светящиеся клипсы на обувь. Быстро и надежно крепится на заднюю часть обуви. Причем установка возможна на обувь разного размера. Устройство это очень легкое, несколько граммов. Постоянно движущийся, меняющий траекторию свет привлечет внимание в темноте или в условиях плохой видимости. Цвет светодиода может быть разным – белым или красным, синим, зеленым. Гамма расцветок велика. Работает клипса от двух плоских батареек, устанавливающихся по краям клипсы. Кстати, такой светлячок на обуви отлично подходит и для детей. Он им точно понравится. В настоящее время набирают популярность недорогие и функциональные устройства. Лазер сможет с легкостью воспламенить спичку, прожечь полиэтилен, бумагу и не только, поэтому пользоваться им следует с осторожностью. В комплекте предусмотрены защитные очки. Лазер предусматривает возможность установки сменных насадок, идут в наборе вместе с зарядником для батарей. Ну а сам товар поставляется в подарочном металлическом кейсе. Долгожданный Samsung Galaxy S9. Диагональ экрана привычная 5,8 дюйма, разрешение 2960 на 1440 точек. Есть одно приятное нововведение – это стереодинамики, причем не просто какие-то там, а от компании AKG. Максимальный уровень громкости благодаря им увеличился почти в полтора раза, а звук стал чище, глубже и гораздо реалистичнее. Это телефон с самым светосильным объективом. Это означает, что аппарат будет еще лучше фотографировать и снимать видео в условиях недостаточной освещенности. Единственный минус – это цена. Ну и самое главное, я разыграю этот смартфон среди своих подписчиков. Всего-то нужно поставить лайк, подписаться на канал и обязательно оставить комментарий для того, чтобы рандомайзер смог определить победителя. Как только ролик соберет 20 тысяч лайков, мы узнаем победителя. Всем удачи, а мы едем дальше. Это магнитная жидкость, которая реагирует на магнитные поля и образует разные узоры в зависимости от силы и мощности соприкасаемого магнита. В режиме ожидания это обычная маслянистая черная жидкость, но если рядом с емкостью разместить магнит, то она станет примагничиваться, образуя множество шипов. Чем сильнее магнитное поле, тем шипы длиннее, а их количество больше. Тепловизор. Это прибор, сканирующий пространство и создающий изображение карту распределения тепла. Каждому температурному диапазону соответствует свой цвет. От оттенков синего для холодных областей до ярко-красного для горячих. Прибор подключается к телефону, на дисплее которого появляется изображение съемки. Любой объект во Вселенной излучает тепло в виде инфракрасного излучения. Подобно тому, как фотоаппарат через объектив фиксирует цвета и свет, тепловизор улавливает инфракрасное излучение и с помощью специальной матрицы на терморезисторах создает его подробное изображение. С первого взгляда футболка кажется вполне обычной. Облегающая футболка, такую в любом магазине купить можно, но это до тех пор, пока ты не увидишь, что происходит, когда кто-то проливает на нее воду. Стоит только любой влаге попасть на нее, как происходит чудо. Жидкость моментально превращается в шарики и соскальзывает, подобно дождевым каплям на лобовом стекле. Поскольку материал не сохраняет влагу, способствующую размножению болезнетворных бактерий, футболку не нужно стирать так часто, как обычную. Складной мини-квадрокоптер с портативным пультом дистанционного управления в виде часов. На часах есть таймер, который сообщает о продолжительности полета. Управлять квадрокоптером можно в двух режимах. Первый режим при помощи пульта. Второй режим при помощи гравитационного датчика. После нажатия на кнопку гравитационного датчика движением квадрокоптера вперед-назад, вправо-влево можно управлять с помощью наклона пульта. А благодаря камере и Wi-Fi передаче можно наслаждаться прекрасным полетом в режиме реального времени. Кинетический гравий – это маленькие натуральные камешки, которые волшебным образом склеиваются между собой. Это позволяет строить фигурки, перевозить его в машинах, копать в нем ямы, заниматься полноценной стройкой и многим другим. В каждый набор входит необычный аксессуар-сюрприз, который можно использовать в игре. За счет того, что камешки больше, чем обычные песчинки, во много раз, создается впечатление, что ты растягиваешь паутину из камней. Очень приятные и необычные ощущения. Карманные часы, наручные часы, а теперь наперстные часы.
Внешняя часть устройства представляет собой циферблат, разделенный на три полосы. Первая из них показывает текущий час, вторая — текущую минуту, третья, соответственно, секунду. Вырезанные в металле цифры подсвечиваются изнутри светодиодами. Большую часть времени, проведенного на пальце, часы не светятся. Подсветка и показ текущего времени осуществляются только когда ты чуть-чуть повернешь внешнее кольцо на пальце. Стоит заметить, что полного заряда аккумулятора хватает на функционирование часов в течение недели, и это при просмотре времени не более 20 раз в сутки. Это самый маленький дрон. Этот аппарат даже вместе со своим пультом управления легко помещается в кармане. О, черт. Сорян, не тот текст. Так, где он? А, вот. Эй, давай назад и по новой. Это Лего-грузовик. В комплекте более 2500 деталей, которые сначала необходимо собрать. А уже после можно управлять подвижным механизмом стрелы, поднимать и опускать кузов самосвала, выдвигать выносные опоры, чтобы повысить устойчивость модели, открывать и закрывать захват. А если интересно, как работает двигатель, можно наклонить вперед кабину и наблюдать за подвижными деталями. Его шестицилиндровая система с движущимися поршнями выглядит и работает совсем как настоящая. Короче говоря, игрушка как развлечение и как тренажер пальцев для детей от 11 до, наверное, 111 лет. Это эффективный компактный прибор, который помогает отпугнуть любую агрессивную собаку. Он абсолютно безвреден для людей, так как работает в диапазоне ультразвука, который человек не воспринимает. Однако на животных он действует незамедлительно, создавая чувство дискомфорта, не нанося им при этом травм. Собаки разбегаются, прям с места срываются, сбивая друг друга наперебой. К сожалению, на местных алкашей прибор не реагирует. Длинные волосы регулярно становятся причиной засора сливного отверстия в ванной. Чтобы избежать изнуряющей работы с вантузом или заливов трубы химикатов, можно использовать недорогое и эффективное приспособление. Для удаления скопившихся волос достаточно потянуть за цветок и убрать потенциальную причину засора прочь. Очистку необходимо производить приблизительно один раз в 2-4 месяца. Удивительная вещь – крохотный револьвер с барабаном для патронов. В это сложно поверить, но в комплект также входят миниатюрные патроны для этого револьвера. И что тут удивительного, скажешь ты? Дело в том, что это не просто брелок. Это настоящее огнестрельное оружие калибра 2 мм, на которое не нужно разрешение. И оно реально стреляет. Я думаю, ценители оружия будут в восторге от такой игрушки. Это великолепное сочетание дизайнерских и технологических инноваций в освещении. Уникальный набор из 9 светодиодных RGBW панелей – это передовое решение в световом оформлении интерьера, которое вы еще не видели. Они украсят любую комнату и создадут неповторимую атмосферу, наполненную светом и яркостью 16,7 миллионов цветов. Каждая панель крепится к стене на двустороннюю монтажную ленту. Их можно соединять друг с другом в произвольном порядке. Цвет, яркость и контраст каждой панели настраивается в специальном приложении, которое совместимо с iOS и Android. Почти игрушечная, но интересная камера в виде кубика с Full HD разрешением. На борту установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 200 мАч, позволяющий вести непрерывную съемку длительностью до 100 минут на карту памяти microSD. Самый главный плюс камеры – это размер. Также немаловажно, что данный продукт не попадает в раздел шпионских штучек, так как это обычная камера, хоть и маленькая. Игровые тоннели для кошек – это настоящее спасение для тех, кто по роду службы вынужден на целый день оставлять домашних любимцев одних дома. Его конструкция может быть как простой, так и с различными ответвлениями и лабиринтами. Длина бывает разной – от стандартных 50 см до многих метров. Все тоннели легкие и могут складываться в компактный круг. Тоннель для кошки просто необходим, особенно если животное обладает застенчивым характером или только появилось в доме. Тарелка-неваляшка – идеальное решение для маленьких детей. Этого ждали многие родители. Она устроена по принципу неваляшки. Еда в тарелке никогда не просыплется и не выльется, сколько бы ваш малыш не игрался с ней. Секрет тарелки во внутренней чаше, которая может вращаться на все 360 градусов. Она всегда находится в одном вертикальном положении, несмотря на вращение всей конструкции. Это и вправду полезная вещь. Украсьте детскую комнату милым светильником в виде котика. Такой декор непременно обрадует малыша, ведь это не только источник света, но и забавная игрушка, которую можно тискать и менять цвет.
Включается одной кнопкой, расположенной в нижней части корпуса. Для смены режима подсветки необходимо дважды нажать на кнопку. Светильник имеет 7 цветов подсветки нежного пастельного тона. Если вы любите что-то более спокойное, выберите другой режим, в котором светильник светится мягким белым цветом. Хотите посмеяться над друзьями? На Алиэкспрессе продается чудо-книжка, при открытии которой появляется настоящее пламя. Представьте, присаживаетесь вы на лавочку где-то в парке Горького, открываете эту книжку, и из нее парит огонь, а вы, как ни в чем не бывало, продолжаете ее читать. Прохожие будут в шоке от этого зрелища. С этой расческой вам доступен самостоятельный уход за бородой любого уровня сложностей. Она предназначена для ухода за вашей бородой и формирования аккуратной и четкой симметричной формы. Приложите изогнутый край расчески к лицу и плавными движениями удалите ненужные волосы, используя бритву или триммер. В результате края бороды получаются четкими и правильными. Придайте индивидуальность вашему образу всего за считанные минуты. Это умные чернила. Главное свойство таких чернил заключается в том, что нанесенные с их помощью метки абсолютно невидимы при обычном солнечном или искусственном освещении, а увидеть их можно только в ультрафиолетовом свете, под воздействием которого они проявляют эффект флуоресценции, то есть светятся в видимом человеческим глазом диапазоне электромагнитного излучения. Всегда любил что-то новое и необычное. А ты? Противоударный защитный чехол для телефона с легендарной встроенной ретро-игрой Tetris – новинка 2018 года, которая уже стала очень популярной. С задней стороны чехол имеет встроенный экран, а также кнопки для игры в Tetris. На данный момент консоль содержит 12 самых популярных игр, в числе которых такие как гонки, змейка, танчики, падающие блоки. Несомненно, подойдет в качестве убивалки времени в очередях, метро и пробке. Идея встроить в корпус чехла Tetris – это гениально! Старая добрая и всеми любимая ретро-игра обрела вторую жизнь. Если воспользоваться этой чудо-жидкостью с долей креатива, то вы непременно удивите окружающих. При включенном свете пламя практически незаметно, но стоит выключить свет, и мы сразу видим красивое синее пламя. Более 10 секунд держать не рекомендуется, и поскольку это немного опасно, мне не остается выбора, как оставить в тайне название этой жидкости. Ссылки на товар, конечно же, не будет. Это единственный футбольный мяч, который подходит для игры как на открытом воздухе, так и в помещении. Вы можете превратить любую поверхность в поле для воздушного футбола и не разгромить при этом все вокруг летающим мячом. Это устройство двигается по паркету, линолеуму и даже по ковру. С помощью вентилятора с нижней части мяча поступает ветер, делая мяч плавающим по полу. А яркие светодиодные огни делают вашу игру замечательной даже ночью. Представьте простой калькулятор. Простейший. Без возможности вводить формулы, без синусов, косинусов. Такой калькулятор разрешен на всех экзаменах. А теперь представьте, что этот калькулятор может вам подсказывать. Что вы можете загружать в него формулы, цитаты, выписки, а потом с него же списывать. Снаружи это самый обычный калькулятор. Внешне он идентичен обычному, но внутри у него своя начинка. Он подключается к компьютеру по USB, и с помощью специальной программы в него можно загрузить любую текстовую информацию, а также настроить комбинацию кнопок, при нажатии которой калькулятор будет переключаться из режима калькулятора в режим чтения. Все мы любим музыку. Все инструменты стоят достаточно дорого, и это становится серьезным препятствием для самореализации через музыку. В данном случае отличным выходом станут специальные музыкальные перчатки. Каждый палец перчатки — определенная нота, которая начинает звучать при нажатии. Вы сможете выбрать тот инструмент, на котором мечтали играть. Необходим лишь стол или любая другая ровная горизонтальная поверхность. Сейчас появилась возможность совместить эту старую как мир игрушку с электричеством и получить превосходный и оригинальный светильник. Все это вам позволит сделать лампа-конструктор Tetris. В набор лампы входит 7 разных по форме и цвету фигур, которые ставятся друг на друга в любой последовательности. Каждая установленная деталь будет светиться, как и та, на которую ты ее поставишь. Детали вступают друг с другом в контакт и передают электрическую энергию по корпусу. Это и обеспечивает его работу. Эти космические переноски дарят море эмоций как хозяевам, так и своим пассажирам. И, конечно, не оставляют равнодушными всех, кто видит вас вместе на прогулке. Теперь можно проводить гораздо больше времени вместе со своими пушистыми друзьями, ведь вы покажете им целый мир, а весь мир будет восторженно смотреть на вас. Специальный сферический иллюминатор позволит пушистому астронавту наблюдать за всем, что происходит вокруг, на 180 градусов.
Эта необычная лампа сделает из обычного унитаза настоящий ночник. Когда вы входите в туалет, светильник включается, а когда выходите, выключается. Вам не придется искать в темноте выключатель. Умное устройство сделает все за вас. Устройство вызывает только положительные эмоции, а главное – нравится детям. Младшая с такой подсветкой стала постепенно проситься с маленького горшка на большой. На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!